Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Некоторые вопросы, которые меняют взгляд на недавнее прошлое нашей планеты и создают альтернативную историческую реальность. Однотипная архитектура существующих зданий по всему миру, известная как античная. Европа, Россия, Китай, Индия, Северная и Южная Америка, Африка, Австралия. Разрушенные здания, построенные в том же самом античном стиле, остатки которых есть сейчас и были в большом количестве в недавнем прошлом. Их откапывали и откапывают археологи. Эти разрушения отражены в картинах руинистов, запечатлевших на своих полотнах явно видимые ими собственными глазами руины всевозможных величественных зданий и сооружений городов. Просевшие в культурный слой на глубину до 4 метров и даже более здания и сооружения, построенные ранее 19 века. Причем везде культурный слой состоит, как правило, из однородного материала, осадочного происхождения, песок и глина, под которым очень часто есть в наличии плодородный слой. Большой разброс по временной шкале однотипной архитектуры – до нескольких тысяч лет, причем архитектурный стиль, в общем и деталях, конструктивные элементы, практически не претерпели за тысячи лет никаких изменений. Как будто тысячи лет тому назад были изобретены некие стандарты, которые потом не менялись сотни и тысячи лет. Ничего не изобреталось, не появлялось новых технологий, материалов, стилей и так далее. Наличие большого количества карт с высокой точностью нанесения населенных пунктов, долготы и широты, растительности, леса на севере, рек, каналов, дорог, которые согласно официальной истории либо не существуют, либо были созданы или открыты гораздо позже. Например, сухопутные дороги от Москвы до Питера, построенные лишь в 19 веке. Каналы, соединяющие Дон и Оку в районе города Тула. Волгодонский канал, построенный лишь в 20 веке в районе Волгограда. И так далее. Большое количество населенных пунктов на севере, вдоль сибирских рек, в районе Камчатки, Чукотки, побережья Северного Ледовитого океана. Рельеф береговой линии Антарктиды, который только в 20 веке смогли увидеть с помощью спутников, и берег, который находился под толстым слоем льда. Странная ориентация пустынь, особенно Африки и Америки. Все пустыни там находятся со стороны западного побережья. Пустыни в Азии, Китае, Монголии, с солеными водоемами Каракумы и Кызылкумы в Передней Азии. Сильно соленые озера на Ближнем Востоке, например, Мертвое море, которые, согласно официальной истории, происходят от осадков или пресных рек, берущих начало в горах. Аральское море, Каспий, изолированных от морей и океанов, и по идее не могли стать солеными от этих источников. Наполовину соленое озеро Балхаш, находящееся в предгорье, уж точно никак не могло с гор питаться соленой водой. Наличие североморской фауны в южных морях и озерах. Североморские тюлени, точнее их родственники, в Онежском озере, в Каспийском море, в Байкале. Виды рыб, родственные североморским видам. Камбала, сельдь в Черном и Каспийском морях, омуль в Байкале и многие другие виды. Причем все они идут на нерест, в реки вверх по течению, в Дон, Волгу, Днепр, то есть на север, а также вниз по течению, из Байкала в Ангару, но тоже на север, то есть в сторону, где живут их родственники, в Северном Ледовитом океане, что говорит об однозначном пути, откуда пришли их предки, с севера. Подозрительное пересыхание водоемов за последние 100 лет. Реки, озера, болота и другие водоемы на суше сильно мелеют, пересыхают, количество воды постоянно уменьшается, что приводит к изменению климата. Темпы этого пересыхания, если сравнить за последние 100 лет, за сотни лет привели бы к полному пересыханию практически всех замкнутых водоемов, подпитываемых лишь весенними паводками и осадками. Крепости, замки, кремли.
До 17 века по всему миру имелось в наличии огромное количество крепостей. Крепостей звезд, замков, монастырей с высокими крепостными стенами. Особенно у рек и водоемов. Кремлей, по сути, тех же крепостей, по своему строению, имеющие многократно превышающие их фортификационное назначение, согласно применяемым в тех сражениях видам оружия. Большинство из них в настоящий момент либо совсем разрушены, либо, согласно официальной истории, в 17-19 веках были разрушены войной, пушечными ядрами. Пережили страшные пожары, разрушившие их полностью или частично. Причем большинство из них были известны еще в 18 веке, были нанесены на картах, описаны во многих поздних литературных произведениях. Затраты для их строительства, наличие в 18 веке, когда уже согласно официальной истории не было массовых войн, удаленность от театров военных действий тех лет. Например, в Сибири, в северных городах, говорят о том, что их назначение было явно не для защиты от набегов. Горные города и монастыри. Во многих местах в горах имеются остатки горных городов, способных вместить в себя тысячи жителей. Крым, Кавказ, Турция, Ближний Восток, Америка, Казахстан, Карпаты и так далее. Назначение этих городов, их время использования, логистическая недоступность, трудозатраты для их строительства и транспортное неудобство расположения говорят о том, что причиной их появления может быть только необходимость защиты от чего-то очень разрушительного, необходимость спасти какое-то количество жителей от какого-то катаклизма, происходящего или могущего произойти ниже этих городов, в низинах.